Рассказываю, как сделать так, чтобы дрожжевое тесто подошло за считанные минуты. Не нужно замешивать тесто заранее и ждать 1,5-2 часа, пока оно поднимется. Проверенный лайфхак, который сэкономит уйму времени, а тесто будет нежным и воздушным. В глубокую чашку добавляем дрожжи, соль, теплую воду и все хорошо перемешиваем. Вливаем растительное масло и добавляем муку. Хорошо вымешиваем тесто и оставляем его для подъема. Чтобы тесто быстрее подошло, нам понадобится большая чашка с горячей водой. Тесто выкладываем в пластиковую миску и ставим ее в воду. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. По ссылке в описании вы найдете подробный рецепт и список ингредиентов, а также три подарка – сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут!